Неталантливых детей не бывает, уверена заместитель директора по воспитательной работе Видновской школы номер 5 Наталья Губарева. Нужно просто в каждом найти ту самую изюминку, ту самую искорку, которая когда-нибудь вырастет в звездочку, и с годами появится талантливая личность, а может и большая звезда. Наталья Александровна вместе с учителем музыки Яной Швецовой – организаторы конкурса «Алло, мы ищем таланты» в своей школе. Целью этого конкурса мы видим то, чтобы раскрыть лучше наши таланты. Когда ребенок выходит на сцену, он забывает про все, он чувствует себя раскрепощенно и дарит своим выступлением радость всем окружающим. Поэтому цель такая – показать радость наших детей. Сестры Диана и Ванесса Лакян в этот день выходили на сцену 4 раза. Сначала они исполнили дуэтом песню «Журавли», потом вместе с ансамблем «Как молоды мы были», а также у каждой был сольный номер. Девочки занимаются в музыкальной школе и часто принимают участие в различных концертах. Но конкурсы не очень любят, и исключение сделали только для родной школы. Цели не было, просто чисто из-за того, что любим музыку и выступать. Поэтому выступили. Надейтесь на победу. Да, конечно. Ну, на самом деле, это не важно. Все так говорят, это банально. Не важно, но такая атмосфера тут очень прям родная. В конкурсе приняли участие школьники разных возрастов. Зрители, пришедшие на концерт, могли проголосовать за наиболее понравившийся номер. Такой же конкурс проходил и в 7-й школе. Ребята пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, рисовали, декламировали стихи и прозу. Фестиваль показал, что наш район богат детскими талантами, и с каждым годом их количество только увеличивается. Итоги конкурса будут подведены 27 мая. Наталья Буслаева, Елена Кошелева, Видное ТВ.